Ну и всем привет, дорогие друзья, с вами я, Руби6К, и это мое новое видео. И сегодня я вам покажу концепт на кейсы в Чикенгане. И да, сразу говорю, это первая часть, так что не судите строго, и это самая первая версия. Прежде чем я вам покажу весь этот концепт, я немного расскажу о нем. Кейс стоит где-то 750 монет. И, кстати, все скины, то есть их купить больше нельзя будет в игре, они все будут находиться в одном кейсе. И у каждого скина будет свой процент, а какой, я расскажу в конце видео. Также, когда будет этот самый концерт, сделан он довольно-таки плохо, но хоть бы что-то, и покажу я его в конце видео. Также еще кое-что расскажу. Есть также концепт, который я хотел сделать, но я не смог его сделать, к сожалению. Но это концепт на обмен скинами. Да, вот так вот получается. Ну ладно, давайте не буду томить, я вам покажу этот концепт. И давайте я вам расскажу о концепте. В начале концепта мы видим звук рулетки, а также после этого мы начинаем слышать, как она сама крутится и как крутится сам барабан со скинами. Да, выглядит это пока что плохо, но не забывайте, это всего лишь первая версия, и скоро выйдет вторая часть с более улучшенной версией. Я вам обещаю, она вам больше понравится. Но давайте я вам расскажу о проценте всех скинов в этом кейсе. Если что, это все скины из игры. Давайте я вам расскажу, как я это сделал. Давайте посчитаем все скины в игре. У нас получается 110. И как каждый нормальный шестиклассник знает, как получить 1% от числа. Давайте для начала возьмем число 110 и разделим на 100. Что мы получаем? Правильно, 1,1. И что из этого мы получаем? Получается, у каждого скина процент выпадения из кейса равен 1,1. Все очень просто, ребятки. Это шестой класс, тема проценты. Ладно, вы все поняли. С вами был я, Руби6К. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем пока.